Всем привет, с вами Олег Ратов. У нас сегодня обратно новая распаковка товаров из Китая. Я уже вскрыл упаковку для того, чтобы посмотреть, что находится внутри, так как у нас коробочка без опознавательных знаков. Итак, значит, здесь у нас находится лампа на солнечной батарее. Сама лампа с такой вот тарелкой. И вот образом выглядит она, непонятно, насколько она качественная. Вот такая вот лампочка. Кабель довольно-таки вроде бы как бы добротный. Сама установка, которая прикручивается на стену. Дергалка, то есть вы ее прикрутили. Внутри находится в ней, скорее всего, батарейки какие-то, аккумуляторы. Я еще, конечно, не вскрывал, не знаю, но скорее всего там какие-то есть батарейки. Дальше длинный кабель метров, наверное, 3, с таким вот разъемом для подключения нашей солнечной батареи. Вот. На солнечной батарее есть выключатель on-off. Дальше, что мы имеем по... У нас кронштейн для крепления солнечной батареи где-то на стене дома. Винтики, шпунтики, дюбеля в комплекте имеются. Инструкция полностью на английском языке. Не смотрите на мои пальцы, я только недавно красил забор, так что... И пульт дистанционного управления. Пульт дистанционного управления on-off. Включение-выключение. То есть можно управлять дистанционно. Не обязательно дергать за веревку. Можно через пульт. Дальше. Посмотрим. Сейчас мы подключим ее. Подадим питание. Посмотрим, или у нас заработает наша лампочка. Снимаю одной рукой, как всегда. Ничего у меня не готово. Сейчас, минуточку. Итак, подключил я питание. Вот, и попробуем включить. Вот, пожалуйста, наша лампа загорелась. Каким-то дивным образом. Белый дневной свет. Здесь, я так понял, внутри имеется... Вон приемник от нашего пульта. Сейчас мы еще проверим, работает ли наш пульт дистанционного управления. Он, к сожалению, еще находится в транспортировочной пленке. И там есть заглушка на батарее. То есть специальный пластик, такой, чтобы он не разряжался. Сейчас мы его пробуем оттуда извлечь. Вот, я достал, слава богу, и попробуем выключить. Пожалуйста, включаем и выключаем. То есть там пульт. Там, скорее всего, есть этот. Да. Видите? Раз, два. Раз, два. Вот, то есть где-то поставить ее, не знаю. Возле двери, в подъезде, где-то вывести в сарае, вывести где-то на улицу нашу солнечную панель, чтобы она заряжала аккумуляторы днем и ночью спокойно себе пользоваться. Сколько по времени она гореть будет, не знаю. В описании написано вроде 24 часа. Ее хватает на 24 часа. Но, к сожалению, к лампе никакого крепления нет. Вам надо что-то будет колхозить самим. То есть никакого кронштейна, абсолютно ничего нет. То есть просто такая тарелка и провод. Ссылочку на данный товар оставлю я в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки. Кому понравилось, можете заказывать. Все как бы пришло и работает. Второе видео сниму, когда я эту лампу установлю. Буду устанавливать не у себя, буду устанавливать у своей, моей знакомой. Ей надо как бы в коридоре поставить такое освещение. И посмотрим, как она будет себя вести в ночное время суток. Всем пока!